Акула. Это подводная лодка Руби и Йо-Йо. Она нас пугает. Привет, Руби. Привет, Йо-Йо. Ух ты, папа идет. Руби, Йо-Йо, смотрите. Морские коньки и их папа. Привет, папа, морской конек! Привет, малыши! Как ваши дела? Какой красивый жемчуг! Йо-Йо, это может быть ловушкой. Тебя может укусить ракушка. О, сколько маленьких рыбок вокруг нас! Они прекрасны! Почему эти рыбки уплывают? О, что это к нам приближается? Руби, Йо-Йо, что с вами? О, страшная акула! Бегите! Ай! Йо-Йо, будь осторожен! Акула догоняет! Акула врезалась, и у нее кружится голова! Давайте куда-нибудь спрячемся! Прячьтесь за коралл! Здорово! Мы убежали от акулы! Йо-Йо, с тобой все в порядке? Ой, акула нас заметила! Бежим! Прячемся в пещере. Отлично. Теперь мы спасены. Руби, не беги так быстро. Подожди Йо-Йо и папу. Снова встретили акулу. О нет, акула заблокировала пещеру. Что нам делать? Здесь негде спрятаться. О, акула выглядит странно. Кажется, акула ищет помощи. А,
это беззубая акула. Акула гналась за нами, потому что хотела, чтобы папа сделал ей зубы. Акула, пожалуйста, подожди немного. Готово. Теперь у акулы есть новые зубы. Нравятся ли акуле ее новые зубы? В благодарность акула покажет нам подводный мир.